Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня 27 июня, и мы находимся на поле с экспериментами, да, где вот мы посеяли различные гибриды огурца. И что я хочу отметить, да, вот за 2 месяца вот так вот вегетативная масса гибридов огурца развилась. И наиболее мощный, как вот мне кажется, вот смотрите, вторая и третья грядка, но вторая грядка — это гибрид Магеллан от компании ZKE. Это самый мощный гибрид, который есть, смотрите, вот так вот он формирует плоды, да? То есть плети очень мощные, вегетативная масса очень хорошая, плодоношение, видите, сколько плодов. То есть здесь уже, естественно, идет сбор. Уже несколько сборов было. Гибрид с очень высоким потенциалом урожайности, то есть из всех гибридов он мне больше всего здесь понравился. Но будем, конечно же, дальше следить, фиксировать урожайность всех гибридов и оценивать их. И в конце концов, где-то через месяц-полтора мы рейтинг составим, кто будет на первом месте, на втором, на третьем среди всех гибридов по урожайности, по качеству плодов и по устойчивости к болезням. Будем оценивать эти гибриды и показывать вам. Следующий гибрид — Шандини. Что-то Шандини. Вегетативная масса очень здесь у него слабая. Пройдем подальше. Да, вегетативная масса поменьше, сопоставима с гибридом Кристина. Что еще здесь по плодоношению? Посмотрим по плодоношению. Ну, вот такие вот плоды, что-то коротковатый цвет по цвету. Да, по цвету бледноватый, конечно, для нашего рынка. Может быть, в каких-то регионах такой цвет плода рынок устраивает, но не у нас. Ну да, то есть и третий у него покороче, здесь что-то плодов вообще нет. Здесь, может быть, уборка была недавно. Завязи мало пока, я вижу. Завязи мало. Ну вот, цвет огурца здесь чуть-чуть получше. Вот он. Видите, такого цвета плоды. Ну, тоже пока по урожайности и по развитию вегетативной массы, конечно, это не самый лучший огурец здесь.